Знаете, с Растом я познакомился больше 10 лет назад, и тогда эта игра выглядела совсем иначе. Прошли года, и игра кардинально поменялась. Много чего добавили, что-то убрали, а что-то было, есть и будет. А именно, всеми наши любимые баги. И вы только вдумайтесь, благодаря нему вы можете построить мост до нефтевышки. И я не шучу. Ты в воздухе висишь, брат, я тебе отвечаю. Кто еще хоть раз так в жизни нефтянку чистил? И на самом деле, в этом ролике, помимо этого бага, вы также увидите пару полезных и крайне имбовых фишек. Думаю, за такое и лайк прожать не жалко. А что еще важнее, так это проверить, не горит ли ваша кнопка подписаться красным. Ведь верите вы или нет, ну целых 70% зрителей смотрят мои ролики без подписки. А исправить это можно, нажав одну кнопку. Ну а я же больше не займу у вас ни секунды времени, а лишь пожелаю приятного просмотра. Наша увлекательная история берет начало с одного крайне популярного европейского сервера, где от вайпа прошло не более 5 часов. И проснувшись где-то на берегу, я осмотрелся и выдвинулся в дальнюю дорогу. По пути я, кстати, познакомился с местным обитателем, но он был не слишком общительный. Здорово, Лень! Лень, у тебя есть что-нибудь для меня, Лень? Нет, у меня не встань. Лень, давай дружить. Лень, ну ты куда? Какой я нахуй Лёня, я не Лёня. Коля? Ну точно Коля, но я сразу не подумал. Колянчик, постой. Вообще, в этом вайпе мы с моим другом Антоном хотели как можно скорее встретиться в ближайшей рыбачке. Но как это обычно бывает, самые простые задачи в Расте становятся крайне тяжкими. Ведь ход в рыбачку контролировал какой-то местный негодник. И все бы ничего, но оказалось, что этого парнишку я знал. И самое забавное, что познакомились мы примерно полгода назад, на совершенно другом сервере. И честно говоря, мы были не совсем в дружеских отношениях. Не враги, скорее конкуренты. И в тот момент я осознал, что в рыбачке будет крайне душно. Но уходить отсюда мы точно не собирались. Ля, слышишь? Чё? Слышишь, ты чё тут делаешь? Мыша ты. Подзаборная. Не, Иха, не ругайся. Он, конечно, не самый лучший игрок, но я его знаю, понял? Он слышит. Я на какой сервер только не зайду, я тебя везде встречаю. Знаете, монтирую прямо сейчас для вас вот этот шикарный ролик. И до меня только сейчас дошло, что помимо Раста, я ж могу сосиску еще встретить на Amazing Online. Да, именно там. Ведь Amazing Online — это бесплатная ролевая онлайн-игра с открытым миром и безграничными возможностями. Широкий спектр отечественных и зарубежных автомобилей, где ты сможешь прокачать свою тачку и стать самым бесстрашным дрифтером области. Проводи уютные вечера в компании друзей и подруг. Интуитивно понятный интерфейс, нестандартные работы как для новичков, так уже и для прошаренных игроков. Здесь каждый сможет найти занятие по душе. Стань героем этого города и следи за порядком граждан. Участвуй и побеждай в глобальных мероприятиях с крутыми призами. Покори вершину криминального мира и заслужи авторитет. Или просто наслаждайся атмосферой свободы и веселья в режиме реального времени. И это всего лишь малая часть того, что здесь есть. Загляни в описание и играй вместе со мной. А мой промокод SLEEP даст себе отличный бонус. До встречи в Amazing Online, ведь он запустится даже у тебя. Тут буксиров миллион. Ля, а дай покататься, а, Лень? Сейчас будет гонь-дип, мой первый в жизни. Заход глубоко? О, нет. Ну дай я посмотреть, честно, я понюхать. Ну да, я просто посмотреть, никогда не видел. Первый раз в игру скачал. Ля, ну вы жадные. У меня тоже такая-то скоро будет, поняли? Даже покруче. Шо, мне тебя шлепнут разок, сосиска. А, на, живи. Ну, тебе будет проблематично сюда забежать, потому что в одном кусту мыша, и на втором пригорке такая же мыша. Но несмотря на все эти трудности, с Антоном мы все-таки смогли встретиться. И хотя времени на это потребовалось чуть больше, чем мы ожидали, но на наш настрой это никак не повлияло. Ну все, ты тут все уже, сосиска, больше ты тут не поскамишь, потому что пришли сюда мы, понял? Рядка занята. Слабые какие-то. Да, да, да. Слабый. А ну пойдем отойдем, пойдем отойдем, пойдем. Давай, давай, иди сюда, побазарим.
Я пошутил. Я его вырубил. У него бутон упало! Все, плюс пешка. У него на затылке кнопка выключения была. Ты реально его вырубил? Плюс пешка, братан. Да, только мне теперь 5 лет нельзя в город заходить. Да ты тут с краешка аккуратненько можешь, нормально. А я тут за камушком посижу. Правда, 2 патрона всего. Ну, блин. Ой-ой-ой. А тут помимо всего прочего еще и фармилки бегают. Пойдем, надо с палочки откинуть где-нибудь. Пойдем. Есть там с палку рельса? О, у меня есть палочка. Вон, вон по дороге бежит. Тычка. Ты лучший. Давай, Антон, руси его. Сейчас. Тычка. Да ты что такой скилловый? А, он ушурушивает. Голова. Все, минус. Я не понял, тычка, тычка, голова. Это стихотворение, это просто размотал ты человека насмерть. Ну-ка с этого дома не выходить. Это инспекция. Кто выходит, тот получает. Он хочет получить. Он дал мне. Ты умер? Он оказался метатель гвоздей. Как тебе инспекция? God damn it. Там. Вот и убили. Но в любом случае, Антох, как говорится, все дороги ведут куда? Не в Рим, в рыбачку. Я, конечно, их размотал как супергерой, но мне просто пришел какой-то пешечек вырубил. Хорошо, у меня арбик есть. Ну, правда, 2 стрелы. Но это уже минимум минус 2, правильно? Правильно. Ой, это кто с помпа стреляет? Чурния, чурния. Я вообще издалека бегу, меня убили. Слипер, сори, сори. Плюс пешка. Ну ты что там творишь такое? Ай, ну откуда востока тут? Ну их там до хрена реально, это не, ну я не знаю, как это отыгрывать тоже. Я только вот, я пешку в руках держал, настоящую. Не крушечку, ну ни хрена. Не бегу. Блин, слышишь, в рыбачке сейчас очень мало людей осталось. Есть одна мысль, как подняться можно. Рыбу ловить? Ммм. Есть баг, можно выталкивать чужие мешочки. Ага. Их главное воду толкнуть, и оттуда их изи можно вытолкнуть. Плавая, то есть, да, телом своим? Да, да. Иду сейчас много мешочков. Давай, иду сюда. Я со всей силы бегу, я понял теперь, что ты там трешься. Тут такой мешочек вкусный. И он прям на краю. Там прям из этого мешочка видно, как лут торчит. Почти вытолкнул. Ага. Ракеты, калаши. Рампейдж. Не-не, я сейчас пока только воду вытолкнул. Сейчас самое интересное. Вот он, иди сюда. А как ты это делал? Как ты его с берега толкнул? С берега тяжело было, но отсюда вот уже легко. Тихо-тихо, держи. А, ты это металлом делаешь? Да любым предметом просто. Я забрал, сори, что я забрал. Ты, я надеюсь, увидел? Да, пойдем скинешь просто мне это. Это жесть, я такое только в телевизоре видел. Я вообще не думал, что так много будет. Погоди, да ну нахер. Это жесть. Мужик, неужели это срок? Тихо, уплывай. В сейф, все, мы в сейфе, в сейф, сейф зона. Вот так агрессивно настроен. Да на тебя уже всем пофигу, все, ты здесь мимо. Не говори ему ничего, не говори ему ничего. Я ничего не говорю. Мне вот этот зеленый трусики угрожал только что. Хоть бы это был он, чтобы ему было обиднее. Пойдем отсюда, пойдем. На, возьми, вытри слезки. Вот еще вытолкнем сейчас. Давай, скидывайся. Вот это самое главное. 800 скрапа! Ну все, остальное это вот эта вот фигняшка. Но 800 скрапа это капец. Тысячу ткани! Угу. Мужик, вот это выталкиваем? Я слишком бодро его толкаю. Я толкатель онлайн. Потому что в этом и фишка. Цепочки приходят, перекиляются и лут хранят в мешочках. И думают, вот они такие гении этой игры, понял?
Чем мы занимаемся? Но мне это нравится. Это супер. Все. А вот теперь самое простое, поехали. Тут в одинокого надо? Да без разницы. Тут спешить, ну, тут изи это делается. О, все равно хорошо. Ну, 100 скрапа, слушай. Да, 100 да. Скрапа, чего нет? На халяву. Да, казалось бы, что лут выбивать таким способом было проще простого. Но поверьте, куда выбить проще крутой дроп на сайте Rustbox. И вы только зацените, какой кинжал я выбил из коробочки Firebox. Кстати, радиоактивная коробочка также не подкачала, ведь я выбил вот такой вот томик. Ну и не мог же я вас оставить без приятных бонусов, ведь по моему личному промокоду SLEEP24 вы получите бонус в виде 33% пополнению сверху. Кстати, пока вы открываете коробочки, вы купите гайки, за которые вы сможете на халяву достать очень достойные скины. Но поверьте, щедрой халявы на сайте достаточно, ведь прямо сейчас проходит событие календарь, где ежедневно вы можете получать мощные призы. Но и это еще не все, ведь под карточкой 31 скрывается суперприз. Но ссылочку на сайт вы сможете найти в закрепленном комментарии. Приятной вам игры! А я еще улики, все, я камешек выкинул, факел выкинул, чтобы улик не было. Так, есть ли у нас еще тут что-нибудь такое? Интересненькое. Работаю над вопросом. Давай ты этот, я вот этот. Давай, давай. Ну как у тебя там хорошо получается? Уже почти в воде. А, сосискин труп. Ну там был Хазика нож. Он открыл его. Смотри, у меня целый литр, целая канистра самогона. Быстро мне двушку за это. Все, выпил, плати двушкой. Блин, вот теперь можно задуматься и о доме на самом-то деле. Пойдем по бережку побегаем, посмотрим, что как. По идее, вот тут можно построиться. Можно. И ночью на аквалангах сюда приплывем. Ну а пока мы вовсю готовились к переезду из рыбачки в нормальный дом, мы снова увидели возможность залутать чужой мешочек. И такое пропускать мы точно не хотели. О, есть, бери. Ну слушай. Нормально, шприцел. Не, это чё-то, ну слушай, это броня, это арбик. Да, это сетик, да. Ты молодец. А ты я, конечно. А вот это что это? Сосиски, наверное? Вот это не знаю, чей. Посмотри, как быстро. Да. Слушай, я уже даже не знаю, какой мы бак снимаем именно. Плюх. И сразу перевернулся куда надо. Сто камней. Сто камней. А, сейчас чувак придет свои 100 камней искать, а тютю. О, вот это вон! Чё, камень ищешь? Бульк, и поплыли. Чтобы никто не увидел. Да, спустя время мы наконец-таки отправились строить наш домик. Но вот местному ровкемперу наши планы были явно не по душе. Как-то аккуратненько надо. Ага. Вот и думай головой. Вот надо было ему пристать к нам, а? Вонючий. Все, я в сыве. Понял. Ну, дефиченто. Угу. Бля, мы там строиться где-то хотели. Там теперь уже все. Зона отчуждения. Вот и думай теперь. Ляп приплыли какие-то тут. Погоди, может он тут перекиляется? Заставь его перекиляться, не давай ему поднимать. Просто сейчас через лесенку выйду. Вот и делай, давай. И что, как оно заруинилось? Да. Займи перераб. Занято. А вы что, ебанутые? Тихо, я перерабатываю ресурсы. Ты что пристал? Видишь, жужжит переработчик. Вали отсюда нахрен. Слушай, иди в очередь, ты в магазине тоже приходишь, говоришь, иди, я первый или что, иди отсюда. Слышишь, жужжит? Не, ну план понятный, пусть киляется, и мы его залутаем. Да? Сейчас он не выдержит.
Да, я согласен, наш геймплей подлежит осуждению, ведь казалось, что мы просто без причины руиним другим людям игру. Но на самом деле, наши цели преследовали ресурсы, ведь в голове был план. Мы думали, что люди просто будут не выдерживать, а мы и дальше будем подлутывать их мешочки багом. Но знаете, все же растерская карма нас еще настигнет, но это будет чуть позже. Ну что, ты ушел? Наверное, он ушел. Теперь уже можно освободить переработку. Наверное, да. Можно освободить, да. Я тоже думаю, он, скорее всего, уже далеко где-то. Он не стоит, не ждет, что мы уйдем. Это был не байт. Абсолютно согласен. Слышь, он, по-моему, кинулся. Я слышу, как мухи летают. Да? Пробуем. Не понял, а что, можно тело толкать? Он провалится, оно может... Давай туда его! Вы че, ебанутые? О, я занимаю переработку. Ты что, сидели вообще чай пили? Ты что пристал так к нам? Вкусный, с бергамотом. На лодке приплыли. Пусть приплывут, тут занято. Пусть дань платит. Здравствуйте, молодые люди, вы на переработку, да, приехали? Это стоит 300 скрапа. Пацаны, освободите переработку, дайте переработаться, пожалуйста, идите занимайтесь своими делами. У меня деньги на МТС закончились на симке, алло, не до меня не дозвониться. Алло. Ты можешь алло, пойти и развиваться? Стакан пари. Ты можешь мне берданку дать, чтобы я уже развился? Не, понимаешь, мы ж не просто так это делаем, потому что мы плохие, да, просто руины. Нет, это способ заработать лут. Да, немножко такой мерзкий может быть, нестандартный, но это тоже способ. Это способ. Каждый выживает, как он может. Конечно, конечно. Смотрите, я вам дам небольшой тест-драйв. Смотрите, как переработчик может. Мой тоже так умеет, смотри. Да, возможно, в моменте мы немного перестарались с байтами, но все же ребятам переработчики мы отдали, а сами отправились наконец-таки строить свой дом. Берешь? Все это, все на постройку. У меня раз крашнулся. Да ладно. Я строюсь. Слышь, ну если мы сейчас все это потеряем, это карма просто, ну, за всю хрень, которую мы... Сейчас там очереди нет, я быстро должен зайти. Ля, капец, мы просто какую операцию, да, сложнейшую провели. Так еще и поселились просто под богом у громадного дома. Нет, это они у нас поселились, не мы у них. Ну, конечно, конечно. А теперь знаешь, что я делаю? Mm-hmm. Я ставлю первый верстак и трачу весь скраб по нему. Знаешь почему? А до чего дойти хочешь? А я не знаю, просто я боюсь его потерять. Но изучения по верстаку пришлись нам очень кстати, ведь мы изучили деревянную лестницу, которую сразу же решили реализовать. Хочу залезть на этот дом, мало ли там. Они думают, ну кто к нам на крышу залезет? А мы залезем, мы. Они там шебуршатся вообще, интересно, или вышли? Шебуршались. А, я залез. Хорош. Брат. Да. Стой. Можешь домой унести это? Что-то нож шабуршал там. Тысячу пороха. Унесешь? Да, конечно, я уношу. А то они вторую тысячу пороха на нас применят. Чтоб первую забрать. О! Здесь вот такое потом. Тебя убили? Да, наша авантюра немного провалилась, ведь порох перехватил наш конкурент Сосиска, а в момент, когда мы подсиживали руфкемперов, и вовсе словили крайне неудачный тайминг, и нам даже пришлось прибегнуть к выживанию по старинке, а именно к обычному фарму, но делать это было крайне тяжело, ведь заселенность этого района просто зашкаливала. О, брат! Стой, что? Тихо. Сосиска! Убей их! Убей его, сосиска! Хорош! Я рад, что это ты! О, представляешь, я встал.
Да, в какой-то момент мы поняли, что по факту всю рыбачку в страхе держали мы и сосиска. И по факту каждый раз мы конкурировали между собой. И как бы это ни было странно, мы решили объединиться. И хотя наша сыгранность была далеко не идеальной, но мы хотя бы перестали друг другу мешать. Да по мне за что? Да ты по... ты в меня стрельнул! Ура, победа. Давай, давай, мы возьмем, мы, конечно, не откажемся. Теперь-то теперь у нас что? У нас теперь союз получается. Слушай, а я сейчас буду выталкивать еще кое-что. Давай. Блин, я вообще за доли секунды этот мешок вытолкнул. Хорошо. И вот мешочек, слышишь, прям в воде причем, ой-ой-ой. О, 145 скрапа. Нормально. О, и тут хорошо. Я не фармяю, домой несу 400 скрапа. Просто потому, что я могу. Ну а скрап мы, кстати, как раз потратим на этот. На изучение сочели по верстаку. Угу. Чё бы нет. Надо же нам такое, правильно? Все, сочели изучены. Но помимо наших дел в рыбачке, мы также не забывали про обычную растерскую рутину в виде укрепления своего дома, монотонного фарма дерева, ну и конечно же руды. И таким образом ресурсы дома стали скапливаться крайне быстро. Но применение мы нашли им быстро, ведь мы старались потратить их на укрепление нашего дома. Ведь не забывайте, что жили мы под боком у огромного дома, и снести наш дом было бы проще простого. Но во время очередной вылазки я заметил, что у наших соседей была крайне странная лодочная, которую мы решили пронести, ведь там была деревянная дверь. А я могу сюда упасть так, чтобы ты в меня не выстрелил? Не знаю. Давай я отсюда попытаюсь стрелять. Давай. Нормально. God damn. Блин, двое чуваков. А я вообще от кровотечения вымер. Минус один. Хорош. Сверху, сверху еще где-то. Голова, голова разбил. Антох. А он меня с Йоки застрелил. Ой, с тяп-тяпки просто застрелил. Убил. Хорош. Самый лучший игрок в раз. Самый лучший игрок в раз. И хотя этот рейд там толком ничего не принес, но зато поутру во время очередной вылазки мы смогли раздобыть разрывной патрон. И это в корне изменило наш подход к выживанию, ведь нам нужно было теперь как можно скорее развиться до третьего верстака, а также накопать немало серы, чем мы решили заняться в ближайшее время. Вот, кушайте, не обляпайтесь. Ты ж мой золотой фармил, а? Да. Вообще, на эту серу мы планировали зарейдить буксир в рыбачке. И, честно говоря, лут нас интересовал уже вторым планом. Ведь самое главное было, это завладеть судном. И неожиданно для нас, сосиска как раз предложил одно интересное дельце. Он рейдит буксир, мы его прикрываем, и за это получаем судно. И в целом это более чем нас устраивало. Ведь, повторюсь, нам самое главное было забрать буксир. А, все, понял. Если есть топливо, я могу сразу отогнать его в безопасное место, чтобы ты дорейдил. Чтоб КД не ждал. Еще один выстрел. Один выстрел, тиммейт говорит. Все, сейчас мы отгоним его вон туда, ближе к тому. Порулили. Все системы в норме, Тони Старк.
Залетаю на район, мне все нары кричат, йоу! Ну чё-то говно какое-то. Не, ну типа лут есть, но... А, не, бочки, гляди, нормально. А, всё, в бочках жир, в бочках жир. Смотри эту бочку! Бочка, хорошо. В итоге, мы, как и договаривались, получили буксир в свое пользование, а также сверху бонусом берданку на изучение. И самое приятное, что нам даже не пришлось тратить на это свою серу. И у нас было достаточно много. И чтобы переплавить ее всю, нам пришлось подключить автоматизированную систему для упрощения жизни. Ну, надеюсь, это сейчас будет все работать. Евгений? Да. Насколько сильно по 10-бальной шкале я вас подставлю, если скажу, что я сейчас хочу пойти спать? Да уходи, уходи, конечно. Просто если еще час я поиграю, это будет ровно сутки, 24 часа, как я бодрствую, играю в раз. Не-не, братан, конечно, вообще не задерживаю ни в коем случае. В общем, я вот тут на спальнике ливаю. Давай тогда, пока. Давай, покеда. Ладно, раз Антон ушел спать, нужно брать свои руки и все равно все доделывать. И как минимум, пока плавится сера, я бы сходил пофармил скрапа. Кстати, как я уже и говорил ранее, этот ролик я записывал на одном популярном европейском сервере. Почему же там? Да все потому, что я записывал баг и по идее должен был улететь в бан. И если бы не эта причина, то свой вайб я провел на сервере Magic Rust, ведь там есть единственная улучшенная классика без доната во всем СНГ. И к тому же с высоким онлайном и низким пингом. А что еще-то нужно для приятной игры? Но если вы не любитель долгого и рутинного геймплея, то не переживайте, ведь вы сможете насладиться игрой на модах. Но за свое выживание не беспокойтесь, ведь опытная модерация не даст всяким читакам испортить вам вайб. Вообще, количество серверов и их разнообразие просто поражает. Ну а чтобы вам было приятнее стартовать, введи мой промокод SLEEP прямо в чат на любом модовом сервере и получи 5 уровень магического пропуска и все его награды. Ну а на ванильном сервере вы получите доступ ко всем скинам. Кроме того, мой промокод можно ввести в магазине и получить целых 50 деревянных на ваш баланс. Думаю, уже понятно, что пора переходить по ссылкам в описании и начинать свое выживание на Magic Rust, вайп на которых состоится уже в эту пятницу. Приятной вам игры! Ой, блин! Ой. Такая обстановка интересная получается. Кстати, а как там поживают наши замечательные соседи? Они нифига не застроили. Да ладно. А почему? А как будто уже не так буксир хочется прорейзить, как вот эту штуку. Ну чисто одну дверь проверить, что там и как. И хотя сера уже вовсю плавилась, я все же не мог утолить свой интерес и прорейдить пару дверей. А все потому, что у нас все еще не было третьего верстака. И для этого я решил прикупить лодку, чтобы отправиться фармить воду. И да, я знаю, что у нас был буксир, но в тот момент из-за сонного состояния я просто-напросто про него забыл. Чего? Ох ты мой! А,
Ну вот и купил лодку, съездил, пофармил. Спасибо. Спасибо. И у меня есть подозрение, что там еще в лодке что-то есть. Ну, ладно, это было бы уже слишком. Это же все, третий верстак подъехал. Не, ну как я их филигранно скосил, а? Это еще какой тайминг был? Другое дело. Ну, как будто можно бы теперь немного разрывы скрафтить. И, наконец-то, полностью занять буксир. А то пока он не до конца наш. Все. Буксир теперь официально наш. Кстати, тут карга неподалеку. Может рискнуть и залететь? Блин, интересно, кто-то в 5 утра лутает карга или нет? На месте. Блин, а может он про меня и не знает? А может он вообще слутал, что ты уплыл? Сорок секунд. Вы серьезно? Надо залетать снова. Был бы у меня калаш, я бы двоих скосил. Знаете, как я уже и говорил ранее, карма Раста рано или поздно накажет нас за наши проделки. И это тот самый переломный момент, ведь после него в моем выживании пошла одна черная полоса. Ведь что бы я ни делал, меня ждала неудача. К примеру, я решил все-таки пронести пару дверей у соседей руфкемперов, но даже это стало огромной проблемой, и мой вайп на протяжении 2 часов начал выглядеть примерно вот так. Сказать по правде, пятая точка горела так, как не горела никогда. Но сделать было что-то с этим практически невозможно, ведь все упиралось в обычные физиологические потребности. Простыми словами, я дико хотел спать, но спать было нельзя, ведь нужно было выселить соседа руфкемпера. И все это время я тупо страдал. В конце концов, мне удалось поговорить с этими ребятами, которые не давали мне прохода. И они, кстати, оказались даже очень порядочными ребятами, которые вскоре пошли спать. Ну а я со спокойной душой наконец-то мог спокойно пофармить. Ведь чтобы полностью зародить руфкемперов, на тот момент мне еще не хватало ресурсов. Слушай, так же у нас синяя карта есть. Погоди, а мы ж можем сходить и этот залутать. Ракетку. Причем без проблем каких-либо. Блин, я очень надеюсь, что она не залутана. Слушай, да там кто-то есть. Ни хрена себе. Допустим, минус раз. Наверное, спускаться будет явно сейчас не самый лучший вариант. Да не, если я сейчас спущусь, это будет главная ошибка. Он меня просто дождется и закэмпит. Ох, время уже 8:30 утра. Я еще просто ни минуты не спал. Не, надо...
крафтить на пару гаражек, проносить, смотреть чё как и идти спать. И пофиг, зарейдит меня за ночь, не зарейдит. Это уже перебор, честное слово. Да е... А ну, что-то есть уже. Я бы сказал, неплохо. Но в любом случае, вариантов нет, надо дальше пробуривать. Слушайте, ну, как будто если у него не бункер там, то я это дорейжу. То, что какие-то ящики еще пошли, уже хорошо. Дайте угадаю, я сейчас доламываю, там стоят гантрапы, которые меня разносят. Ой! Ну я почти угадал. Я понял. Это что нахрен такое? Это что, получается, не зря мучился? Ну слушай, раз у него столько сиры там лежало, возможно, у него даже бункера нет. А если есть, то лут он вряд ли туда перетаскивал. Да, это не бункер. Хорошо. Тут еще порох! Да ты ж мой золотой! Откуда столько? Так, надо сейчас перед сном буксир отогнать. Я думаю... То, что его зарейдит в рыбачке, шансов меньше. Тем более с МВК дверьми. Вот на этой ноте, наверное, можно идти и спать. Если хоть что-то останется незарейженным, пока я буду спать, это уже будет успех. И неважно, дом это или буксир. Тут как бы и то достаточно важно. Ну что? У нас наступил второй день вайпа. Я, кстати, заснул в рыбачке и не подумал, что меня это... Сама игра кильнет. Но! Самое приятное, что нас не зарейдили. Я так понимаю, буксир тоже на месте. Вот спалка стоит. Алло. Алло. Здравствуй, Антош. Здравствуйте, Евгений. Сегодня хоть и выспался.
Да? Ура, победа! Часто мы заходим, что делаем? Уже все чинчопа-чинчопа готово, чтобы в небо взмыть? Да, я буксир засейвил, он в рыбачке нас ждет. Смотри, вот это наше. А я уже авторизовался, я понял, по торчащей криво этой шняги. Ну, МВК, МВК двери, между прочим. Хорошие, хорошие. Слушай, Антон, а у тебя нет желания, знаешь, куда сходить? Да. Можем в ракетную шахту сгонять, чтобы красную карту залутали. И, конечно же, по классике, нашим планам было не суждено исполниться, ведь на сервер зашли те самые руфкэмперы, которых я успел выселить прошлой ночью. И оказалось, что сделал я это точно не зря, ведь соседями они были не слишком-то и дружелюбными, ведь они то и делали, что пытались подсидеть нас под домом. Трубка нахрен! Быстро быть отсюда! Ну... Слушай, они нам на кровати попали, там есть лут? Они разбавители огненную турель. Ой, не, не надо! Да... Какие-то электрики п***ся настанет. Хорошо, зайка. Батя твоя су... А может ты сучка? А может ты сучка? Ты умер или не умер? Оказалось, что пока мы спали, ребята смогли немного восстановиться. И самое интересное, что весь лут они хранили в брошенном буксире. И, конечно же, эта информация не давала нам покоя. Плюс томик. Их надо посадить на КД и все, и пронести. Угу. Давайте, вы чё нахуй? Чё, нет, это же не так, куда весело, да, ёбы. Смотри, сейчас объясню. Прям вот тут вот так сядь, ну туда не забегай, понял? Угу. А то он тебя по ногам будет настреливать. Я за взрывкой. Кстати, вот еще информация для держания в курсе дела, потому что калашицы-то за этим домом шебуршались, сейчас начнешь рейдить, как бы они не приперлись. Да, даже если они заберут этот лут, главное, что они заберут у этих соседей неприятных. Ты им внутрь накидываешь? Ага. Ой. Тут куча лута! Лутай! Лутай бочки! Может, застроимся сразу? Лутай. Мы не застроимся! Я крою спальники. Серый слутал? Да, металл слутал. Да лутывай все, что можно, и убегай домой. Ты плывешь, да? Да, я плыву. Я домой плыву с кучей лут. Лодка? Или это ты? Это наш сосися. А, ё-моё. Чем надо? Джеронимо! Надо был бердамку взять ещё. Оказалось, что сосиска приплыл к нам снова с интересным предложением, а именно помочь ему пронести баржу в рыбачке. И так как мы были особо не заняты, конечно же, мы согласились на эту авантюру. Мне это надо. О, типа. Прижаться к обочине! А, он умер. Все, он умер. Говорят, умер. Слухи ходят, что умер. А, он умер. Мне интересно, что там у него? Ух! God damn it, он хотел построить огромную подводную лабораторию. Давай, откуда рубить будем? Тридцать, 22, 18, 14, 10, 6, 2. Все. Полутра! Человек за бортом! Тихо, тихо! В воде, осторожно!
А нельзя так, что ли? Ты нас брутанул, чуть не убил нас. Да спасибо. Все. Он не хочет лут, Но он не хочет лут. Что там закончилось разрыв? Давай гони к нам эту штуку. Тут ему не хватило. На самом деле, лута в этой барже было не то чтобы много, но все же пару ганов за помощь мы, конечно же, получили, а сами решили отправиться на ракетную шахту, как и планировали ранее. Ты не хочешь спросить, а для чего мы лутаем миссил? Ну, вот вопрос мне задать. Слушай, пока мы бежим, меня посетила мысль. А для чего же мы лутаем миссил? А я тебе отвечу, Антон. Нам нужна красная карта. А, чтобы потом мы могли кое-что сделать и залутать Уэлрик этой красной карты. Конечно, конечно, само собой. God damn it. Угу. Просто как учили, работай. Погнали, погнали. Так, капец тут дизеля. Очень много ресов. Хорошо. Так, красная карта на базу. Слышь, может пора наше изобретение строить, а? Давай, давай. Тебе самое ответственное задание будет. Берем фармить. Ой, братка, ну да, да. Да, по возвращению домой мы наконец-то были готовы строить наш бак. Да, звучит странно, но выглядеть это будет еще куда страннее. Да-да-да, работает, не пофиксили. Оно работает, оно работает. А ты на лошади? Нет, нет. Я фармлю долбанное дерево. Куда ж вы, ребят? Бабен-бубен-бабен-бупс. Ну слушай, уже растет спойлер чисто на барже. Угу. Это жесть. Ты знаешь, что случилось? А? Я нарисовал на одной полоске, а они применились на все. Да ладно. Я лестницу сделал, смотри, с полосками. То есть если я на них сейчас на одной нарисую что-то, оно на все применяется. Из-за бага, видать, или что? А как так? И даже на нижние. Ни хрена себе, а почему как она так? А, фиг знает, я теперь хочу тем более нарисовать что-то. Смотри. Лестница в небо. Ни хрена себе. Круто. Не, мужик, это очень топово. Ну слушай, уже я тебе скажу, высоко. И, кстати, подметили это не только мы, ведь спустя время местные жители потихоньку начали интересоваться нашей весьма необычной баржей. What are you up to? We're making a ladder. We're making a ladder in space. Oh, nice. В космос! I can see you from afar. I was like, what the hell is that? Yeah. Ну, уже первые реакции пошли, значит, двигаемся в правильном направлении. А ты прикинь, когда будем ездить, как это со стороны будет выглядеть? Я ж, если это не с этим, что надеюсь, можно будет ездить? Вот меня это пугает. Ну, скорость, да, пошла? Да тут шатай, чем выше, тем тяжелее штормит. О, кто такой? К нам уже по лестнице шел шпион. Но он хотел в рай попасть. Ой, блин. Кто-то сейчас со скрапом тут был. Сейчас, вот. Дебаг нам машет. Со скалы.
Блин, она шатает очень сильно. Ага. Хера, она уже здоровая. Слышь, но это да. Она так от земли кажется, что невысокая. Если ты отъедешь, высота-то приличная. Как будто этого уже может хватить. Нет, на нефтянку не хватит точно. Сейчас, сейчас. Давай. Да нет, ты гонишь, этого хватит, я тебе говорю. Ну проверим, мне просто кажется, что... Нет, сейчас мы еще увеличиваем, но тогда мне кажется, что это был всего лишь третий ярус. Но нефтянка капец высокая. Да... Мужик, иди сюда просто, это жесть! Я один мазочек сделал на табличке, оно на все применилось. Так и есть. Как это хорошо выглядит-то. Может, подашь газку? А, я боюсь, если сломают. Открыл, на счет три еду, готов? Давай. Раз. Так, Я боюсь. Я включился. Стоит еще? Стоит. Я поехал. Едет со мной? Я тебе клянусь, это такая хрень. Подожди, а задний даю. Мужик, это такая хрень, это работает. Все, я остановил двигатель, я больше не еду. Это очень хорошо. Это супер, это супер. То, что она не сломалась, это супер. Ой, ой, я, ай! Что такое? Напугал меня. Выпал. Стой, стой, стой. Сдай назад чуть-чуть. А, нет, 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 все, стой. Она, например, где кончается карго, она думает, что... О, этот. Где Парша. Кончается буксир, да, она все. Физика по-другому работает, и она выталкивает. Ну, значит, придется стоять только. Да, да, почему нет? Мне кажется, если сейчас какой-то лодочник увидит, у него разрыв сердца случится. Едем штурмовать нефтянку. Со штурмовками. Мне кажется, это все равно там третий какой-нибудь ярус. Ну точно не крыша. Все, сейчас заднюю сдаю. Давай заднюю. Ты скажи, когда тормозить. Ты назад и налево чуть-чуть. Так? Ага, стоп. Стоп. Все, можно бежать. Я с тобой. А надо бежать, не прыгать? Как удобно. Я просто прыгал, думал это. Реально прям до потолка. Это капец, мы еще лишнего настроили. А я говорил, третий этаж там. Лут сразу. Еще она сквозь текстуру проходит, ей все равно, смотри. А, ну, ясно. Нет, ты просто приколись. Мы пешком забегаем на нефтянку. Твою меч. Нет, ну неужели это не круто? Круто. Ну а так как нефтевышка была залутана, мы поплыли искать возможность применить нашу лестницу в каком-нибудь другом месте. Там недалеко от нашего дома, на берегу дом большой был с крышей. Можно будет сейчас туда здесь что понюхать, что там как. Прикол этой штуки, что ее можно сделать настолько реально высоко, что взять X и просто с неба типов, кто снизу бегает, отстреливать. Но это уже прям баном пахнет, знаешь. Вот он справа, это домик. Yes. Давай я тебе парашют дам, чтоб ты, если что, к ним снизу. Вот давай, это самый кайф. Вот отсюда, туда на парашюте. А, на лодке рядом, чуваки. Там, по-моему, кто-то наверху. Лодка под нами! Убил! Капец, ну все. И на парашюте. А, он акваланги плавает тут. Ой, он тебя сейчас может запырять. Вижу его. Их там двое. Руби их. У одного зарубил насмерть. Второго зарубил насмерть. Да, только не лутай. Не лутай. А, не всплыли. Ой, они хорошие, кстати, чекай. Да, компачечки. Ой, это вообще забитый. Посмотри, отсюда уже не прогружается эта штука. Они не видели, что мы их убиваем, потому что она не прогружается. А-а-а-а! Ты брызги!
Это капец! Это я только сейчас, она реально, я когда подплыл, она у меня из середины образовалась, как джедайский меч раскрылась. Так можно перед рыбачкой сидеть, еще длиннее сделать на глушителю? Не, ну это реально, что-то банан. Это бан, да, банчик. Оказалось, что этой штуки функционала больше, чем мы думали. О. Сосиска смотрит, офигевает от жизни. Минус. Капец, там кентов дофига. А я бинокль уронил! У меня бинт был на кнопку. И я за ним! О, лодочник. Давай. Дал хит, убил. Я подзлутаю. Давай. Ты в воздухе висишь, брат, я тебе отвечаю. Блин, это тоже хорошенький, слышишь? Вот этого ты шлепнул, он очень хорошенький. Тоже хорошенький. Лутай, у меня места нет. Сейчас. И пока мы занимались не самым честным пиратством, в это время отреспаунилась нефтевышка. И, конечно же, мы бросили все дела и отправились прямиком туда. Ведь нам невероятно сильно хотелось поскорее протестировать наше изобретение в настоящих боевых условиях. Слышишь, шторм начинается, не знаю, как мы сейчас залазить будем. А. Еще назад? Да, наверное, хорош. Все, понял. Хотя бы парочку, чтоб удобнее было. Я надеюсь, я забегу. Давай, опа, тебя вообще, ты сейчас как будто... Ай-яй-яй, ты... На самом деле, не знаю, как так вышло, но это был самый неподходящий момент для испытания нашей баржи. Ведь из-за сильного шторма забраться по этой лестнице было не так-то и просто. Но все же, я был не намерен сдаваться, ведь не зря же мы потратили столько времени. Лезешь. А-а-а! Я не умру! Да нет! Я из принципа залезу! Ну... Грёбаный шторм. Я очень сильно штормит. Да, да. Держи, ну подержи её с того края. Держу, держу, держу. Держи. Держу. Не, она меня толкает, она меня толкает. Да неужели? Подожди, да неужели? Ты не говори гоп, не говори гоп, пока не пере... Кто молодец? Ура, победа, ты молодец. Ну шторм, 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 бросила, бросила. Летят на коптере. Прилетели на коптере к нам. Один чел в ведре, у него ведро, я ему по башке стрельнул один раз. Слышь, нам нельзя двоим умирать. Понял. Он сел на коптере. Может вернешься в эту штуку? У него ЛР-ка, он меня убил. Сейчас я реснусь. А, нельзя ресаться-то. Нельзя резаться тут. Жень, ты один. Отъехать хочешь? Я сдох, все, сейчас. Быстрей, 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 залетай, залетай! Прям упирайся, чтобы мы запушили. А, он стреляет. На предпоследнем этаже. А вот что, нормально сдаю или поверну? Нормально, нормально, отлично, отлично. Все, тормози, тормози. Торможу. Мне кажется, тебя сейчас там боты будут стрелять. Я его вижу, он спрыгнул в воду. Я акваланг беру. У нас акваланг есть. Ты его убил? Да. Антоха акула. Хорошил. Вот, 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 я скинул с него все, что я взял.
Кто еще хоть раз так в жизни нефтянку чистил? И то. Лодка, лодка плывет на 70. Вижу, вижу. Спрыгнул на акваланге. Да, такой мусорный дроп, конечно. Тебе нужно, брат, забирай. Я себе только иксовку возьму. Опа, и домой. Кстати, иксовочку нашли, братан. Чтобы с этой штучки стрелять? Ага. Нормально, а что плывем? Домой? Ближе к дому. Да еб... ну как так? Да я не думал, что я снова попаду! Ну ты ж можешь встать тут при бойде, да? Да. Да я не думал... Какой-то троллинг в расте. Я не думал, что я попаду. Ты прям не просто попал, ты прям трехочковый зарядил. Она у меня возле сетчатки глаза взорвалась. Типы думают, что я в воздухе вешу. Читер, чё? Знаете, в какой-то момент мы немного засиделись на нашей воздушной лестнице. Вообще, изначально мы хотели использовать этот баг для лутания нефтевышки, а не для того, чтобы с неё отстреливать честных игроков. Ведь преимущество это давало не слабое. Нас элементарно не видно в воздухе, вернее, трудно заметить, и портить вайб другим честным игрокам мы не хотели. И поэтому решили потихоньку сворачиваться, ведь врагов мы всех зарейдили и к тому же испытали, что хотели. Кстати, на момент монтажа этого ролика этот баг до сих пор не пофиксили, но юзать его или нет, дело ваше, ведь за это можно улететь в бан. Ну а я же хочу сказать вам огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Но я с вами не прощаюсь, а лишь говорю, до скорого, увидимся в новом ролике.